Ну все, кофе закипел. Отключаемся. А, отлично. В прошлом игроман, теперь кофейный барон, путешественник-авантюрист. Так говорит о себе Александр Пластков. 5 лет назад решил, скучную жизнь нужно менять. Из Петербурга отправился в пеший поход вокруг Байкала. Мне профессионалы, охотники, лесники сказали, что это невозможно. У меня всего два пути. Либо я замерзну, умру, либо меня съедят волки. Все. Но даже профессионалы ошибаются, доказано Александром. На своих двоих он прошел 62 километра в минус 30 по заповедникам и тайге. Сразу после поставил новую цель – посетить 500 городов России и проверить теорию 6 рукопожатий. Начало было хорошее, но спустя 2 месяца началась пандемия, и рукопожатия стали в табу. Поэтому я сменил название на теорию 6 чашечек кофе. Так в походном рюкзаке появились турка и горелка. В пути заваривает напиток сам, в городах уже по традициям посещает кофейню. Раньше была медная турка, супертяжелая горелка. Сейчас у меня вот есть кружка из нержавеющей стали, легкая горелочка, легкий баллон газа на 100 грамм всего. Все, что нужно. Капучино, латте, эспрессо. Предпочтения кофейного барона разнообразны, но классический, черный с лимоном, самый любимый. Секрет его вкуса, считает Александр, вовсе не в качестве зерен. То есть, когда ты просыпаешься в ноль, в минус, на улице, в палатке, и у тебя даже самый дешевый кофе, ты его завариваешь со сгущеночкой, попиваешь, согреваешься. Вот самый лучший кофе. За чашкой бодрящего напитка хоть на край света. Так путешественник и оказался в Одинцово. Опыт пеших походов уже богатый. За спиной 213 городов. Летом ты можешь не спешиться, наслаждаться прогулкой. Мой рекорд 90 километров за 20 часов. Меньше суток, ну без сна я имею в виду. 75 километров много раз походил, 50 километров, а 40 километров я даже не обращал внимания. Преодолевать путь помогают аудиокниги, музыка и красоты природы. Где-то шагом, где-то бегом. За 5 лет заядлый путешественник выработал свой способ борьбы с усталостью. Когда я шел 90 километров во Владимирской области, шел небольшой дождик, и ты морально сгораешь раньше, чем у тебя устают ноги. То, что сутки идти практически, это тяжело. И когда у тебя нет сил идти, ты начинаешь бежать. Это глупая фраза, но если нет сил идти, беги. Не только выпивает чашечку кофе, но и изучает местную архитектуру. Разнообразные стили, конструктивизм, ампир, модернизм объединяет одно – то, что есть в каждом городе. Дом культуры. Библиотека там тоже внутри. Поэтому я посетил 200 домов культуры, 200 библиотек, везде пил кофе. Я, кстати, когда вчера бегал здесь по Одинцово, нашел хорошую кофейню. Давайте сходим туда вот прям. Давайте. Одинцовский напиток кофейный барон оценил и даже взял на заметку новый рецепт с корицей. На этом Александр не останавливается. Из Одинцова отправляется в Клин. Заводить новые знакомства за чашечкой любимого напитка. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».